Сегодня у нас отличная, наконец-то, красивая, немножко даже ветреная погода. Это про прогноз. Еще хочу с вами поделиться. Сегодня решили избавиться от мышки. Она ночью пришла и сгрызла всю эту занавеску и съела все помидоры. Почти съела. И мы с мужем решили... как это будет по-русски? Enough is enough. Как будто уже хватит с нас, с этой мышкой. Сегодня решили избавиться от мышки. Но еще сегодня решили открыть кофеварку, которую я ему в подарок купила. Потом говорю, давай с друзьями откроем, так веселее будет. И с компанией кофе пить лучше, чем одному или одной. Так что пожарили кофе, то есть он поджарил сегодня, потому что я была занята. Иногда я тоже бываю занятой. Алан, подойдите, пожалуйста, бывший именинник, мой полувековой муж. Правда говорю? Так неловко получилось, но сейчас принесу пачечку. Но сначала надо помолоть кофе. Даже решила хорошую кофемолку купить. Это тоже неплохая, но уже задумала. Наверное, на следующий его день рождения кофемолку куплю. Для него, для себя. Значит так, это у меня африканская Уганда Бугусу какой-то кофе, органик, зеленый кофе. Уже показывала в одном влоге, как я жарю. В духовке обычно жарю, но сегодня хотела его немножко помучить и сказала, надо на газовой плите. Anyways, это уже приготовили. Сейчас быстро помолю. Что сделаю? Помолю, а? Молю. В общем, измельчу кофе. Потом уже продвинемся вперед в светлое будущее. Думаю, для эспрессо не надо слишком мелко молоть. Поэтому решила, честно говоря, купить кофемолку, чтобы на правильный сеттинг положить, чтобы все по законам было. Он любит свое кофе идеальным, а то откажется. Значит так, это готово. Сейчас кофеварку принесу. А, я справлюсь, если я с моими чугунными кастрюлями справлюсь. У меня мускулатура от этого, от этой посуды. Значит так. Это instructions, думаю. Но я по YouTube посмотрела несколько видео. Думаю, справимся, легко будет. Надеюсь. Надеюсь, работает. У меня всегда такие никчемные страхи. Это что? Milk jug, это для молока должно быть. Металлический что-то. Контейнер металлический. И, к сожалению, день рождения только раз в году, но к сожалению, у меня нету овсяного молока. Обычно очень советую тем, кто особенно предпочитают не животное молоко. Овсяное молоко с кофе очень вкусно. На канале уже готовила. Поищите Эгине овсяное молоко. У вас появится на кадре. Это, не знаю, что это такое. Это разъясни, Марамджан. Окей, пока нам не надо знать, что это такое.
В задней части находится контейнер для воды. Контейнер? О, такой большой контейнер. Всю жизнь можно пить и не допить. Если не ошибаюсь, как-то так уходит. О, да, надо отделить от этих липучек. Есть еще что-то? Еще раз попробуй. Арам, думаю или неправильно думаю? Окей, это мы потом узнаем, что такое. Сейчас наполню лучше фильтрированной водой, питьевой водой, если даже не фильтрированной. Потом немножко поиграем с этим. О, надо промыть, вы правы. Значит так, воду добавила, сейчас обратно положу. Закрою, потом обратно положу. Это я впервые пользуюсь этой машиной, так что строго не судите. Я не самая... Я очень классическая. С аппаратурой очень плохо справляюсь. Муж не такой, он совсем справляется с первого раза. А я вот такая не очень с первого раза. Это наше кофе уже заготовленное. И всегда лучше делать свежемолотым кофе, если хотите, чтобы аромат и вкус был самым-самым. Включаем. Сюда надо добавить кофе, уже заранее готовое. Вот если, Арам, эту кофемолку купим, прямо это кладешь под эту кофемолку, и сколько надо, столько и для тебя добавляет машина умная. Добавляем этой штукой. Прессируем. Вот так. И кладем. Это должно сам по себе что-то сделаться. Потом уже рука привыкнет, да, наверное, Арам? Надеюсь. Окей. И лак делаем. Подождите. Волнуюсь. Арам не лакируется. Окей, у мужа получилось, но для этого рука нужна. Но все равно хочу я сама сделать. О, окей. Окей. Рука даже не нужна. Нет? Почему? Думаю, очень даже хорошо справилась. Сейчас видите, как он мучает эту машину. Окей. Значит, надо со всей силой напасть на эту машину. Окей. Значит, так. Это пусть сюда пойдет. Сейчас... Здесь есть фичер один шат и два шата эспрессо. Сделаем два шата, потому что он обычно пьет 4. И принесу чашечку. Надеюсь, Арамджан. Нет. Плохо говорю. О, да, два. Окей. Извиняемся. Сюда положила. Поставь это в середину. И пошел, а? Уже включили. Еще раз это включаем, если не ошибаюсь. Или может ошибаюсь. Ну, это хотим. Арам, думаешь, потому что мы одну чашку поставили. Он нет, потому что это с сенсором ведь. О, сразу да. Ой, какой. О, да, это один шат, и сейчас второй шат дополняется. Чашка маленькая, Арам.
все. Нет, не хотим, больше не хотим. Что-то не то нажали, наверное. Подожди. Угу. Но это холодный кофе. Может, надо было что-то другое сделать сначала. А это что клюет? Арам, что это делает? Дорогой, мы тебя даже не просили. Он вот сюда идет. Окей. Все успокоились. Я же говорила, первый раз использую. Но я видео смотрела, такого у них, такого позора у них не было. Но мы ничего не стесняемся, бывает. Значит так, еще раз будем пробовать, Арам. Что сказал? Это почему так выступал этот milk frother? Это для молока, чтобы молоко разогреть и как бы фраф, чтобы пузырчатый стал молоко. Значит, берем эту, вот это уже теплый кофе. Арам, ты думаешь, у нас неправильный кофе? Может быть, для эспрессо специальный кофе надо взять? Как ты думаешь? Или попробуй. Мне понравилось. Очень такой легкий вкус. Не крепкий. Тебе не понравится, потому что это не стронг кофе. Это не кофе. А что? Окей, еще раз попробуем. Значит, этот муж недовольный, говорит, ну это я хочу для этого фертилайзер. Это не надо выбрасывать, это потом на растения, на ваш сад. У меня есть сад, Арам. У меня пока надежда на картошку, что хороший урожай будет. Я уже потеряла всякую надежду, что у меня будет какой-либо другой урожай. Значит, этот муж говорит, лучше пойду заплачу $2-3 и куплю себе эспрессо. Но нет. Не сдаемся. Окей? Okay? Еще раз пробуем. Я все-таки, Арам, думаю. Давай еще немножко это самое измельчу. Я думаю, надо это мелкую, чуть помельче. Арам, ну честно, мне это кофе понравилось. Как будто водяное кофе. Угу. Упс. Это горячий, оказывается. Чистим, стираем, начинаем заново. Ты что? Пока познакомимся. По видео они так показывают, как будто раз, два, три, у вас вышло кофе. Не верьте. Машина хорошая, но это самая простая по использованию эспрессо-мейкер. Поэтому это выбрала, чтобы... Были очень такие огромные агрегаты. Я не люблю большие инструменты. Еще раз пробуем. Не отчаиваемся. Слово хорошо вспомнила. Угу. Этим надо вот так просто. Это самая легкая часть этого процесса. Очень мне понравилось. Еще раз. Подождите. Здесь сила нужна мужская. Вот. Этот раз хорошо получилось. Да, этот поставь. Что поставить? Лучше этот поставь. О, это? Окей. О! Угу. Может быть, надо было это включить? Нет, тоже? Нет, нажми на это. Окей, просто попрошу. Нажать на это? Окей, как скажешь, шеф. И ждем. Так волнуюсь. Ну, научимся, наконец-то. Это более похоже, Арам. На что-то. Напугал проказник.
это один шат, потом еще второй, нет, да? Нет, все. Все уже закончилось? Да. Ха. Интересно. Это будет нормальный кофе с пенкой. С пенкой, окей. Значит, с первого раза машина как-то сама сидит. Ты три таймс нажала. А? Я так думаю. Если он так думает, значит вот. Что-то... Очень хороший. Очень хороший? О! Да. Уф, ужасный. Воду надо взять. Я не могу, я не умею пить эспрессо. Очень хороший. Вкусный? Да. Сейчас хочу себе смотрела, как готовят капучино с молоком. К сожалению, овсян хороший. Угу. Больше Starbucks брать не будешь? Муж говорит, по утрам такое кофе буду пить. Окей, ты такое, а я попробую себе латте или капучино сделать. Окей, иду за молоком. То же самое делаю. А, ну это как-то неэкономично. Столько кофе, да? Ну честно, это между нами говоря. Столько кофе на один глоток эспрессо. Через это два шата. О, как раз я не хочу сильный кофе. Умный. Иногда такие мудрые вещи говорит. Угу. Легче стало. Надо каждый раз менять. Ха? Нет, надо каждый раз менять. Да, так для гостей не будем менять. Это я шучу, надеюсь, понимаете. Что иногда не понимают люди мои шутки, надо после того, как пошутила, надо разъяснить. Это я шутила, а то меня палками будут эти гости. Значит так, о, за молоком шла. Надо брать холодное молоко, говорят. О, сначала кофе надо приготовить, забыла. Окей, сюда положу. Опять. Че? Okay. И дабл эспрессо нажму. Один раз. Один раз. Обещаю. О, тебе первый шат отдам утром. А я себе второй сделаю, даже не изменю эту штуку. Мы молоко не используем, то есть молоко у нас только для мацуна. Хорошо, что даже это есть. Ха, он кофе пробует. Хм, какой? Одно и то же. Одно и то же? О, потому что и на цвет тоже. Просто на этом меньше пенки. Ха. Окей, не знаю, сколько. Это немножко лайт. Ха, лайт, ха. Вот это... Чуточку молока туда добавила. Просто за интерес хочу попробовать. Это уже можно удалить. Надо обнять машину. Ага. А это на удобрение. Как у нас весь огород так хорошо зацветет. Он кофе очень много употребляет. А ты можешь сделать наш обыкновенный кофе? А? Потом это можно подсушить и... Нет, без сушки. Как? Just... А, джуриданеме у банана. Он хочет... Мы стали по-армянски разговаривать. Когда мы хотим тайным языком. Чтоб никто не догадался. Это нужно чуточку подсушить, добавить в воду и сварить. Все, воду разойду. Окей, наверное, дети домой хотят, но мы не слышим. Это берем, кладем сюда, это сюда, и нажимаем на эту
паровоз, дым. Арам, беги. Еще раз. Надо еще температуру поднять или спустить. Что за звук? Да, уже разогрелся. А это твоего кофе было, да? Это мое? Да. Давайте сюда положу. Я кофе без сладкого предпочитаю. О, это надо сразу почистить. По видео видела. Угу. Сюда. И это сам по себе потом чистится. Сейчас посмотрите. Молодец. О, поэтому вода текла. Наверное, не знаю, на что-то в первый раз не то положила. Сеттинг. Окей. Потом это посмотрю, как почистить. Значит так, говорят. Хотя у меня фрафа не было. Это надо вот так сделать. Добавить в центр молоко. Вот так вот. Окей, у меня что-то не то получилось. На вкус попробую. Вкус молока я не люблю. Но как кофе, обычное кофе. Легкое. Надо каждый раз кофе добавлять аром. А то очень такой лайт. То, что неплохо для людей, которые предпочитают меньше кофеина. Очень даже хорошо. Интересно, да? What happened? Значит так, Арам, я буду практиковаться, и в конце этого года у меня будет получаться отличное кофе, Арам. Обещаю. Пойдем во дворе посидим, выпьем. Хочешь? В основном хорошая машина, да? Очень хорошая. Только надо язык найти. Арнакджан? Надо еще кофе, другое кофе. Да, кофе другое надо купить. Эспрессо рост. Правильно. В этом согласна. И сейчас, думаю, очень легко будет чистить. О, это удаляю. О, очень даже легко. Я думала, финтиклюшки будут. Но никаких финтиклюшек. Угу. Промываем, кладем обратно. Арам, дети, наверное, хотят выйти уже. Окей, значит так, выключаем. Чуть молоко не это самое. Так это, окей, легко и просто. Это потом сохраню. Ребята, а это для precision something, чтобы сверху, наверное, исправить, сколько вам надо с этим методом. Это нам не надо. У нас все на глаз. Здесь еще таблетки, чтобы почистить. Потом хорошо посмотрю. И, наверное, в этом месяце я лучше справлюсь с этой машиной. Думаю. Окей, кофе берем, идем спасать детей. Арамчан. О, ссылку поставлю, если хотите тоже побаловаться такой машиной, можете взять. Окей, все сказала. Что все, что знала, с вами поделилась. Откровенно. Очень плохо получилось, неловко даже получилось, но на ошибках учатся, не надо стесняться. Не получилось, значит, в следующий раз получится. Арам, идем спасать детей. Слышите? Это кто-то его обижает.
Мы отлили кондиционер Анжаты. Дети не в своей комнате, но их кондиционер в эту ветреную погоду включен. Значит так, решила его еще тортом угостить. Пусть будет. Кстати, про эти стулья очень многие советуют покрасить этой краской. Ну, нам так нравится этот полуизношенный вид, vintage style, и очень с этой картиной идет. Мы думаем, что так оставим, хотя на несколько времени. Так что так и остается. Пока. Окей, давай кофе пить с нашим фирменным микадо арамджан. Он такой сладкоежка, а я не могу. Два куска съем. Просто после четырех кусочек уже не могу кушать. Окей, приглашаю вас на кофепитие, Арам. Завтра же сделаю овсяное молоко, чтобы потренироваться на perfect cappuccino или perfect latte, на готовку. Нравится? Он такой молчаливый. А микадо, а не кофе. Что еще? Микадо кушает, говорит, нравится, говорит микадо. Если он молчит, значит нравится. А я не смогла бы еще раз вас не поблагодарить за поздравления, за хорошие, самые лучшие слова в мире, которые вы для нас так красочно нарисовали, так скажем, не нарисовали, написали, знаю, но читать вас, как будто смотреть очень такую смысленную, очень такую красивую картину. Так что огромное спасибо за красоту, за доброту и за просто, за то, что вы такие хорошие и за то, что вы есть. Всех вас любим, ценим, уважаем. Да, Арамджан? Да, спасибо. Все, и спасибо сказал. Все, мы будем наслаждаться, а вы, если есть какие дела, можете делать свои дела. Если хотите спать, можете спать, только что проснулись, можете зубы почистить и что-нибудь сделать, приготовить. Все, увидимся. Наслаждайся, дорогой. Это очень армянский взгляд, по-моему, когда мужчина с таким... Вот это да, это армянский эмоджи. Смотри, не подавись, Арамджан, столько людей смотрят.